Накануне бывшего вице-президента фонда «Город без наркотиков» Евгения Маленкина, осужденного на 4 года и отсидевшего почти половину срока, из Екатеринбургского централа этапировали в колонию «Двойку», которая по соседству со следственным изолятором в центре города. Так что этап был недолгим и наверняка пешим. Информацию об этапировании в эту колонию подтвердил журналистам адвокат Маленкина Вадим Дымков. После 22 ноября его подзащитный сможет подать прошение на УДО и при благоприятном стечении обстоятельств. Женя встретит Новый год в кругу семьи. Путь гламурного фотографа Дмитрия Лошагина на зону оказался длиннее, километров на 320. Два дня назад ночью его этап промчался мимо Невьянска. Хотя именно там, по версии некоторых, как выяснилось, не вполне осведомленных источников, вдовец Лошагин должен был мотать свой срок почти в 10 лет за убийство супруги фотомодели Юлии Прокопьевой. Но конвой провез его мимо креативной зоны и доставил в обыкновенную, 54-ю в Новой Ляли. Из Екатеринбурга Лошагин уезжал 39-летним осужденным, а приехал 40-летним колонистом, которого ждет распределение в один из 7 отрядов. И, вероятнее всего, он попадет в тот, в котором сидят убийцы. В работном смысле ему светит тоже не особо большой выбор. Он отправится на пилораму, сядет за швейную машинку или будет строгать школьные парты. В любом случае, как уточняют тюремные правозащитники, больше 2000 в месяц он там не заработает. Зато на обед в зоне кормят борщами и лапшой с мясом. Правда, у осужденных ВК, добавляют в комментариях общественные наблюдатели, иногда случаются ушибы и переломы при падениях с лестницы, как говорят сами зэки. И на быт тюремный обычно не жалуются.